час он читал на встречах друзей, рассказывал о планах и задумках. Ольга Ильинская, работавшая тогда в одном из отделов журнала «Нового мира», передавала рукописи машинистке Марине Паранович и та печатала несколько экземпляров. Пастернак тут же раздавал их всем знакомым, а Ильинский говорил: «Ты не жалей, широко давай читать, кто бы ни просил, мне очень важно, что будут говорить». После выхода первых глав Ольгу Ильинскую арестовали, пытали, требовали рассказать, о чем будет роман, станет ли он оппозиционным. Ее осудили и отправили в лагеря, где она пробыла 4 года. В 1955 году Пастернак закончил роман. Однако советские редакции не спешили его печатать. О романе узнал крупный итальянский издатель Джан Джакомо Фельтринелли и предложил выступить произведение. Ольга Ильинская просила Фельтринелли опубликовать роман после того, как его напечатает Литиздат. Но советское издательство от романа отказалось, и доктор Живаго вышел в Италию. Творчество Пастернака...